Всем огромный привет! Я сегодня приехала в магазин Fix Price, хочу сделать некоторые покупки. Заодно покажу и вам, что есть нового в этом магазине. Появились вот такие интересные растения искусственные, они по 199 рублей. Растения в керамическом горшке. Очень красиво смотрится. Ночное крем-масло для рук, сос восстановления для очень сухой кожи. Цена 77 рублей. Это бархатные ручки. Шампунь для мужчин Клеармен 2 в 1. Что-то такой маленький флакончик, он стоит 99 рублей. Объем здесь 200 мл. Жидкое крем-мыло Орлен. Здесь он есть в ассортименте по объему 500 мл. Цена 50 рублей. А есть шампунь с крапивой серии «Целебные травы» для всех типов волос. Во флаконе здесь 400 мл. Цена 55 рублей. В продаже есть еще по 199 рублей вот такие чехлы для хранения вещей с ручками. Размер 60 на 15 на 30 сантиметров. Он полупрозрачный. Расцветка здесь, кстати, есть разная. Голубой, бежевый, серый. Разные. А это коробка складная с делениями. Она стоит 99 рублей. Размер 30 на 30 на 9 сантиметров. Они тоже есть разного цвета и с рисунком. А еще есть в наличии вот такие коробки складные для хранения. Они в виде куба, цена 99 рублей. Вот такие дизайны есть, на коробке показаны, на упаковочке. В продаже даже остались форма для мороженого на 4 порции от фирмы Kitchen. 77 рублей стоит эта формочка. Здесь есть инструкция по использованию. И есть даже рецепт по приготовлению самого вкусного мороженого. Отрезной кухонный коврик с диспенсером стоит 199 рублей. Можно использовать его как коврик для холодильника, как салфетку на стол или как коврик в ящик стола. Очень удобно на нем резать. Продается в упаковочке. А это контейнер для холодильника и свечи-печи. Объемом 1,6 литра, цена 55 рублей. На крышке есть клапан. Также есть круглая форма, 149 рублей. Побольше она объемом 3 литра. В продаже есть наборы фломастеров. Здесь 15 штук разного цвета. Цена 55 рублей. А это напиток кофейный Мак Кофе Капучино Дитарина. 5 пакетиков в упаковке. Цена 55 рублей. В ассортименте есть чай принцесса Нури. Он в пирамидках. Цена 27,50. 20 штук в упаковочке. У меня младшая дочь очень часто просит вот такой LED-светильник, который работает на батарейках. Смотрите, есть разные 4 дизайна в виде фруктов разнообразных. Вот думаю, нужен ли он ей. Мы уже покупали единорога. Есть вот такие настольные часики по 149 рублей. Они тоже работают от батареек. Ну, они такой детской тематики в виде лошадок и птичек. Яркие цветом. В Fix Price есть еще вот такие корзины универсальные, они с ручками, здесь есть 3 цвета. Сейчас попробую достать, показать вам ее, стоит она 99 рублей. Ну, такая прозрачная корзинка, небольшая. Эти корзиночки тоже по 99 рублей, но гораздо меньшего размера, тоже симпатичная, с ручками. Сейчас посмотрим, что здесь написано, состав полипропилен, и сделаны они в России. А это печеньки, называются трио, они с начинкой шоколадной брауни, 65 грамм, цена 13,70. А это набор щеток универсальный, здесь 3 щетки в комплекте, одна даже двухсторонняя, цена 77. А это стаканчики для напитков, они с крышкой и с трубочкой в виде мороженого, 99 рублей стоит, и все разные цвета. Дуршлаг с миской, цена 149 рублей. Посмотрите, он внутри качается, как на качельках. Таким образом сливается жидкость. Есть 2 цвета, это фирма Kitchen. Даже 3 цвета. У меня девчонки очень часто пользуются вот такими наклейками для декора каких-либо поделок. Здесь 2 штуки в упаковке, цена 50. Заглянула еще в магазин Победа, который находится рядом здесь вместе с Fix Price в одном же помещении. У меня вот в деревне нету лопатки, 39,30 она стоит, может, думаю, приобрести такую лопаточку. У меня есть металлическая, но она уже еле-еле дышит, сломалась практически, возьму, наверное. Подносы здесь очень дешевые, обычный пластиковый поднос белого, а, кстати, разного цвета, 56,90. Смотрите, какие красивые кружечки, они здесь есть 2 расцветки, 200 мл, цена 50 рублей, очень, кстати, дешево.
А есть кружки для супа с герметичной крышкой. Кружечки пластиковые на 600 мл. Состав здесь пластик. Цена 39 рублей за штуку. Маленькие тазики, очень аккуратные. Здесь объем 5 литров. Я вот думаю, наверное, надо взять 39,80. Баночки стеклянные с винтовой крышкой от Паша Бахче. Здесь 420 мл. Очень аккуратные, 69,40. Еще увидела кружечки вот такие, с тонкой керамики. Они объемом 300 мл. Изготовитель Украина. Цена 59 рублей. Моющее средство АОС. Здесь стоит всего лишь 53 рубля. Здесь, кстати, 500 мл. Ребят, я уже дома приехала. Меня Настя с Димой встречали. Как и обещала, сейчас покажу все свои покупки, на которые я потратила сегодня 3 500 рублей. Давайте смотреть. Вот это на сегодня мои покупочки. Я их так немножко поделила. То, что я купила в одной стороне, это магазин Победа. И здесь то, что я купила в фикс прайсе. Сейчас озвучу по ценам и по ассортименту. Так, первое, то, что я купила в фикс прайсе, это все помытое. Я уже, видите, помыла, все обработала спиртовым раствором. Так что все могу уже трогать. Мыло Абсолют, вот такой белый чай и масло олива, 27,50. Фикс прайсе стоит такое мыло. Всегда берем, пользуемся. Последний раз я брала антибактериальное мыло, оно такое синего цвета. Мне не очень понравилось, потому что мыльница все время синяя от него. Это мыло такое нежно-зеленого цвета, поэтому взяла мыло Абсолют. Пакеты для мусора особо прочные на 30 литров, 30 штук. Вот такие пакеты. Так, пакеты такие, цена 27,50. Печенье с какао и начинкой, шоколадные брауни от Аконт. Такие печеньки стоят 13,70. Вот три штуки купила печенек. Ты хочешь, что ли? Да. Сразу. Так, Ксюша мне заказывала фломастеры. Фломастеры я ей купила по 55 рублей, 15 штук. Вот так вот они выглядят. Ну, хватит, потому что я считаю, что фломастеры все равно долго не служат. Дальше. Жидкое мыло Орлин. Это крем-мыло. Стоит оно 50 рублей. Это тоже фикс прайс. Ну, вот с таким дозатором, с простеньким. Так, дальше. У меня было, я покупала в прошлый раз вот такое, такой крем для рук. Он мне очень подходит, очень понравился. Поэтому в этот раз взяла еще один тюбик такого крема. Хороший крем, тоже 55 рублей. Так, папе мы купили гель для душа, бодрящий Фа Актив Спорт. И купили шампунь Шаума для мужчин. Силы и объем с хмелем, без силикона, для ежедневного применения. Дальше, купила Сорти с витамином Е. Стоит он 55 рублей, это большой флакон, это тоже фикс прайс. Чай Бернли. Такой 25 пакетиков. Это черный чай. 27,50 цена его. Так, и купила еще вот такой принцесса Нури лесные ягоды. 20 пакетиков пирамидок. Тоже 27,50. Купила Насте. Так, сколько здесь? 6 тетрадок рисовать. Обычные тетрадки в линейку, правда. Но, Настя, нормально, да? Супер. Так, это твое. И купила себе вот такую тушь на пробу, тоже тушь по 99 рублей. Тушь для ресниц, черная, сделана в России, производитель город Ярославль, 10 мл. Такая тушь 99 рублей. Сейчас открою, покажу щеточку вам. Так, вот такая щеточка у туши. Так вот она выглядит, не знаю, видно вам, не видно. Ну вот, в общем, она стоит 99 рублей. Взяла на пробу, посмотрим, отзыв свой оставлю. И как я вам там уже показывала, вот в магазине все-таки я взяла такую маечку по 99 рублей. Очень она аккуратно так выглядит. Тоже как носиться будет, посмотрим. Написано, что 100% хлопок. Так, по фикс прайсу у меня все. Сейчас покажу, что я купила в Победе. Вот такая лопаточка. Я ее вам тоже там показывала. 39 рублей она стоила, лопаточка. Взяла, купила. У меня здесь металлическая, и она сломалась. Поэтому здесь в деревне мне пользоваться нечем. Поэтому взяла такую лопаточку. Так, взяла вот этот все-таки тазик маленький. Почему-то написано, что салатник. Салатник на 5 литров. Производитель Республика Татарстан. Стоит такой тазик 39,80. Понравился мне. Взяла. Так, за 37 рублей взяла безе воздушное. Мы его очень любим.
часто покупаем, поэтому безе взяла. Сосиски папа может, премиум молочные сосиски. Они 189, по-моему, или 186, или 189 рублей взяла такие сосиски. Здесь, кстати, 600 грамм. Такая пачечка. Сельдь тихоокеанскую натуральную с добавлением масла. Хочу испечь пирог с консервой и с рисом. Готовую консерву. Купила цикорий. Большая чашка. 49,90 стоит такой цикорий. Так, сметанки. 450 грамм такая сметанка. 55 рублей. Молочная ферма. Настя тянется к крекеру. Давай я его покажу и отдам тебе. Это крекер обычный, классический, без ГМО, по ГОСТу. В нем 500 грамм. Производитель — город Полевской. Крекер самый обычный. Сейчас скажу, сколько стоит. Обожаешь, Настя у нас его любит, со сладким чайком. Так, крекер Сладиал. 49,80 цена. Купила яйца. С1 10 штук, 44 рубля, крупные яйца, хорошие. Также купила какао, доктор вкус, такой порошок какао, 40 рублей, 39 он с чем-то, тоже очень-очень дешево. Так, молоко, розовое, очень важная корова, здесь 1,4 литра, 3,2 жирности, 84 рубля в Победе он стоит. Настя, на, кстати, отнеси его в холодильник. Так, майонез Ряба, провансаль, 67%, 57 рублей. Вот. И купила макароны, которые я постоянно покупаю в Победе. Макароны Мартин, из твердых сортов, они пшеницы. Здесь 2 килограмма, прям-таки огромный такой большой пакет, спиральки называются. Мы очень любим такие макароны, стоят они всего же 99 рублей вот за этот огромный мешок. Мешок у него с ручками, можно прямо принести. Хорошие макароны, покупала, хвалю. И на сегодня у меня все. Огромное спасибо, что были сегодня со мной. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Ставьте лайк этому видео. Да, и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Пока-пока.